решился, и мы с вами вновь в нашей студии на очередном вебинаре «Здоровые новости». 10-10, плюсы, плюсы, плюсы. Видно меня, слышно. Подтвердите, пожалуйста, так же, как это сделала Снежана. Вижу. Отлично, замечательно. Ну, друзья, особенно продуктовая часть была просто вдохновенной. Как такая вот песня она прошла у нас. И, конечно же, вы узнали, многие из вас узнали, какие нас ждут продукты прям в самое ближайшее время. Конечно, из ближайших запусков у нас Пентаканы, о нем я больше всего буду говорить сегодня в этот раз, хотя об этом продукте мы предварительно достаточно долго говорили, и прошлый вебинар, напомню, был посвящен вот, собственно, предпосылкам, благодаря которым продукт и появился, и то, каким образом мы подходим к разработке подобного рода активных формул. Сегодня все равно быстренько мы пройдемся по презентации, по той конве, которую мы считаем максимально полноценно отображает вообще суть продукта Пентакан. Ну и, безусловно, расскажу вам про новинки, которые нас ждут до конца 2018 года, но даже не про все. Их настолько много, до конца 2017, sorry. Их настолько много, что я не успею все их сегодня обозначить, но вот ближайшие расскажу обязательно. В первую очередь, конечно же, Пентакан. Многие из вас просто уже ждут и говорят о том, в конце концов, давайте уже его в продажу, а продажа он поступит в России, в Казахстане, Белоруссии и на Украине в эту субботу. Уже вот-вот совсем близко официальный старт продаж. Поэтому я надеюсь, что вы к нему готовы. Событие действительно историческое, потому что продукт уже играет важнейшую роль в нашей концепции, которая, опять же, начинается с клеточки, клетки. Мы как компания все-таки за фундаментальный подход к оздоровлению организма, к здоровью в целом, поэтому мы работаем... Сейчас нацеливаем свою работу, свою исследовательскую, вот эту всю, весь потенциал, всю ее мощь на работу с клеткой, потому что понимаем, что именно такой подход обеспечивает нам вот полноценность, о которой мы говорим, и именно лайфстайл-подход, повседневный подход, а не подход медицинский, когда мы с симптоматикой боремся и не работаем с источником проблемы, собственно. А источник всегда уходит в клетку, да, потому что из клеток и созданы наши органы. Что такое организм вообще в целом, в общем, да, это 100 триллионов клеток, ни больше, ни меньше, где-то примерно. И миллионы химических реакций, которые происходят ежеминутно в каждой клеточке. И это, собственно, и есть тот самый обмен веществ, внутриклеточный метаболизм. И конкретно продукт Пентакан, он был создан для регулирования внутриклеточного метаболизма. Почему и зачем? Мы говорим о том, что мы наши сегодняшние продукты нацеливаем на наши сегодняшние проблемы. И одна из самых остро стоящих проблем сегодня – это стресс. Стресс во всех его пониманиях. Стресс можно понимать по-разному, если в нашем таком житейском, на нашем уровне всем нам понятно, что это такое. Но мы спускаемся до клеточного уровня и говорим об окислительном стрессе, о котором, конечно же, вы уже не раз слышали, о котором... Вдохновенно, опять же, рассказывали Ольга Валентинова, Владимир Матвеевич Подхомутников. Те, кто был на презентации, могут подтвердить, насколько она была вкусной, интересной, понятной, доступной с одной стороны, иллюстративной и наглядной с другой стороны. Да, там вопросов не осталось. Вот. И если говорить про окислительный стресс на уровне клетки, то мы с вами знаем еще по... презентации H500, что действительно есть такие структуры, как свободные радикалы, которые атакуют, мы их называем еще молекулярными террористами, которые атакуют наши клетки, и если их количество становится большим, и защитные механизмы клетки истощаются,
то наши клетки повреждаются. И отсюда все наши заболевания, собственно, да, все наши проблемы. Вот. Про это окислительный стресс. Если совсем коротко говорить, то наши клетки подвергаются постоянно атаке. И эту атаку весьма успешно отбивает H500, антиоксидант наш, самый популярный H500, микрогидрин и ряд других антиоксидантов, да, и правильное питание, безусловно. Но при всем при этом есть другие механизмы, которые очень важны для полноценного метаболизма, для полноценного обмена веществ. И, соответственно, про это мы хотели поговорить, потому что мы обращаем внимание, другие компании и в целом очень мало информации, такой научно-популярной информации про механизмы, ключевые механизмы в организме человека. И нас это удивляет, и мы решили взяться за популяризацию этого механизма. В первую очередь, это натрий-калиевый насос. Ну, до того, как мы перейдем в обсуждение натрий-калиевого насоса, нужно понимать о важности мембраны клеточной. Клеточные мембраны, ее задача, она весьма важна, трудно ее переоценить. Почему? Потому что именно благодаря этой избирательности клеточной мембраны в нее попадают определенные вещества и уходят из нее определенные вещества, за счет чего и внутриклеточный метаболизм постоянно поддерживается в определенном состоянии, в оптимальном для работы организма. Соответственно, даже разность потенциалов, которые обеспечивает натрий во внеклеточном пространстве, которого больше всего в внеклеточном пространстве, и калий, которого больше всего в цитоплазме, да, внутри клетки. И вот эту разность потенциалов, она весьма важна просто-напросто для поддержания жизни. И зачастую этот натрий-калиевый насос, работа этого насоса, она может быть скомпрометирована из-за окислительного стресса, которому мы все подвержены. Это зависит от образа жизни. Вот у нас сейчас образ жизни, действительно, мы немножко подустали после вот этих вот турбулентных передвижений, подготовок, треволнений и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, это подвергает нагрузке наши организмы, в частности, натрий-калиевый насос всех нас. И мы при этом должны пытаться поддерживать уровень, правильное питание, питаться правильно, чтобы обеспечить себя необходимым количеством нутриентов, с одной стороны, и вести здоровый образ жизни, элементарно высыпаться. Но не всегда это возможно, и тут как раз-таки на помощь приходят наши продукты. Ну, о наших продуктах чуть позже, давайте про эволюцию. Мне очень нравится этот антропологический, вот во всем такой вот подход, когда мы смотрим на современного человека издалека, смотрим, что же привело нас, почему мы такие, какие мы есть сегодня. Это дико интересная история, как мне кажется, и здесь она абсолютно справедлива в том числе. Эволюционное несоответствие. Дело в том, что когда мы были еще с вами, Homo sapiens, наши предки, они были окружены зеленью, с одной стороны, и были вынуждены, там, не от хорошей жизни, они питались там вот корешками, и, в общем-то, в основном были вегетарианцами до того момента, как им удастся наохотить себе какое-нибудь весьма опасное хищное существо. Вот, поэтому зеленого питания в нашей жизни тогда было очень много, соответственно, и калия очень было много. И организм не предусматривал механизмов задержки калия внутри. А вот с натрием как раз проблемы были, потому что, ну, где соль найдешь в те годы? Разве только что в прибрежных районах натрий был, и поэтому организм очень бережлив
эволюционно так случилось, по отношению к натрию и расточителям калию. Поэтому у нас есть специальные механизмы сохранения натрия в течение долгого времени, а калий чуть что, вот, он сразу уходит с мочой, в частности с потом. Поэтому любая физическая нагрузка и большое количество калия у нас уходит. Стресс, опять же, любой стресс, и бам, и количество калия существенно уменьшается. И его нужно постоянно пополнять, и делать это эффективно. Если раньше у нас были возможности делать это, то сейчас с этим все сложнее и сложнее, потому что если вы сделаете небольшую аналитику того, что вы едите, и посмотрите на количество натрия, количество калия содержащегося, вы ужаснетесь дисбалансу, присущему сегодня. Именно поэтому в американской системе она требует, законодательство американское требует указывать количество натрия, количество калия на supplement panel, на своих панелях ингредиентных. Вот. Это очень важно, и люди за этим начали следить, наконец. Не то чтобы натрий очень плохой у нас персонаж, просто его слишком много сейчас. Тот же глутамат натрия, который используется в огромном количестве продуктов. И у моих, кстати, любимых японцев в том числе. Вот. Поэтому эволюционным образом мы приходим к такому вот несоответствию. И нагрузка на нас с вами, на наши бедные клетки увеличивается, увеличилась сегодня. И мы подходили, наши ученые подходили к этому вопросу, к этой проблеме, именно ставят фундаментальные задачи. Фундаментальная задача в данном случае — это защитить клетку с точки зрения H500, окей, но еще обеспечить метаболическое регулирование, регулирование внутри клеток. Роберт, один из создателей продукта Пентакан, Роберт Тиедеман, уже известный вам персонаж, просто гений от Бога, наш немецкий ученый, он говорит, что калий является внутриклеточным маэстро, то бишь дирижером, который дирижирует все эти процессы, те самые химические реакции, в них участвуют, о которых я вам говорил в самом начале. Если говорить про функции калия, можно посмотреть на слайд, и, конечно же, они являются одним из ключевых, и этот минерал является одним из важнейших для работы полноценной деятельности организма нашего. Перечислять их все не буду, вы их можете здесь все прочитать. Скажу лишь о том, что важен баланс, напомню о балансе натрия и калия. Важен баланс, и мы фиксируемся в современном обществе дисбаланс, и наша задача — этим калием обеспечить клетки. Но в чем проблема? Во-первых, дефицит. К чему приводит дефицит калия? Дефицит калия к той самой утомляемости, усталости, апатии, психическому истощению, нарушению сердечного ритма, проблемы с сердцем. Мы знаем, что да, зависит от калия многое. Запоры, отечность тканей, нарушение дыхания. И это полный букет, который каждый, многие из нас могут себе в тот или иной момент времени заметить. Еще раз, это постоянный процесс, это насос. Не может быть такого, что вот сегодня у нас достаточное количество калия, а завтра его не, завтра мы про это забыли, про правильное питание, и у нас как-то это все сбалансировалось. Нет, это постоянный процесс, насос должен качать, работать полноценно. Соответственно, на помощь к нам и приходит продукт Пентакан. Пентакан – это активная формула в первую очередь. Это не калий-содержащий продукт, не просто калий-содержащий продукт, потому что велика вероятность сравнивать его с какими-то калий-содержащими продуктами на рынке, но это небо и земля. Он совершенно отличается от всего того, что на рынке сегодня представлено. Coral Club, собственно, является специалистом по созданию подобного рода продуктов, уникальных продуктов, которые на совершенно другом уровне работают. О каком уровне я говорю? Мы вас создали за счет этой активной формулы, в которой участвуют калий,
карбонат калия, который в процессе растворения в воде превращается в две органические соли, цитрат аскорбат калия, да, максимально усваиваемый, с одной стороны. С другой стороны, это витамин С, играющий важнейшую транспортную роль в данном случае. Что такое транспортная роль? У нас была прекрасная метафора мужчины такого калия, суперкалия, на скоростной лодке, которую мы назвали витамин С, и подгоняемой рибозой с топливом рибозы. Вот это вот и есть метафора нашего продукта Пентакан, то бишь это не только калий, а это все необходимые условия для усвоения калия. Внимание, очень важно, в том числе теми клеточками, натрий-калиевый насос, который был скомпрометирован, работа натрий-калиевого насоса, который была скомпрометирована, то есть там есть сложности, либо он неполноценно работает, либо он не работает совсем, именно в те клетки наш калий, наш пентакан попадает и начинает работать. За счет чего? За счет того, что витамин С и рибоза, они воссоздают совместно с калием работу этого насоса. В этом вся и главная особенность, специфика нашего продукта, его уникальность, если хотите, а не просто калий. Да, калия просто в разных его формах можно купить на iHerb'е где угодно. Наш продукт в этом плане абсолютно уникален. И шипучая форма не просто так. Во-первых, это просто удобно. Да, и мы знаем, что у нас есть исследования, подтверждающие, что шипучие таблетки являются наиболее биодоступной формой. И в данном случае она совершенно важна для усвоения этого продукта. Здесь любая мелочь и деталь, она не, работает на синергичное действие данного продукта, всех компонентов данного продукта. Прошу прощения. Соответственно, вот когда, всякий раз, когда вы думаете, представляете себе продукт, представляете вот эту вот картинку. Мы дошли до того, что мы визуализировать должны наши активные формулы. Я думаю, мы эту традицию в дальнейшем продолжим, потому что не все понимают химию, все эти процессы, стоящие вот за работой того или иного, той или иной реакции. Но все прекрасно могут представить себе эту картинку, которая вполне справедливо и наглядно объясняет работу нашего продукта. Здесь можно увидеть еще раз формулу. В этой формуле все отточено, необходимое количество, необходимая форма выпуска, поэтому эта формула наша, эта формула уникальная, и имя этой формулы Пен. Поэтому всякий раз, когда вы говорите, презентуйте продукт Пентакан, не нужно говорить, это калий, потому что это не совсем так. Это целая армия, такая небольшая, но очень мощная, да, которая приходит на помощь вашим клеткам. И вот в тех клетках, где плохо либо не работает натрий-калиевый насос, калий, попадая в клетку, выгоняет оттуда натрий и начинает запускает работу этого процесса, насоса. То есть таким образом клетка начинает свою работу. Это очень важно, безусловно. И здесь, конечно же, и рибоза играет очень важную роль. Вы еще увидите в ролике, как, собственно, этот натрий-калиевый насос работает. Наши посетители форума могли это убедиться, несколько раз показывали этот ролик во время презентации. Если достаточно синтезируется АТФ при участии рибозы моносахарида из группы пентоз, который принимает активное участие в синтезе АТФ, да, энергии, то насос, вот эти ворота, привратник, он открывается, закрывается, работает как надо. При его недостатке ворота могут быть открыты, и натрий туда в большом количестве может спокойно проникать. А клетке очень важна эта избирательная проницаемость, то есть что-то необходимо пропускать, а что-то пропускать нельзя.
Вот. И, собственно, натрий-калиевый насос – это один из таких механизмов. Их много, очень клетки, и, в принципе, они не так давно были открыты. Кому необходим пентакан? Ну, по большому счету, не побоюсь этого слова, всем. Абсолютно всем. Вы можете, если частности, вы можете видеть эти частности на слайде, но если особых никаких проблем нету, то с утра 1-2 таблетки до еды, и вы почувствуете на уровне тонуса результат, я думаю, после первой недели плюс-минус почувствуете результат. Все, кто активно занимается физическими упражнениями, те, кто много потеют, безусловно, необходимо пополнять себя. И очень хороший момент относительно продуктов питания, когда мы говорим, что бананы, в бананах много калия или любые другие продукты пищевые, которые, безусловно, надо балансировать свой рацион, но дело в том, что литературные источники у нас в основном по наличию, содержанию калия в тех или иных продуктах питания, они датируются 50-ми годами. Было проведено исследование, я вам сегодня ссылку дам на текст, в котором это исследование, отсылается к этому исследованию. Там есть, в принципе, ссылочка, вы можете по ней пройтись и почитать на английском, правда, это языке. С 50-х годов и по 97-й год там было исследование, сейчас еще хуже ситуация. Исследовалось количество фитонутриентов, витаминов, минералов в продуктах 50-летней давности и сегодняшнего дня. Нам даже 10 лет назад больше. Ну и результаты плачевные. 20, 30, 40, 50% минус. То бишь наши тот же самый условный банан 50-летней давности, он был насыщен в большей степени на 50%, чем сегодняшний наш банан. Почему? Мы об этом очень-очень много говорим. Это экологическая обстановка, деминерализация почв, использование удобрений и так далее, и так далее. Причин масса, и наглядно это можно увидеть в исследованиях. Это не нам почудилось и привиделось. Соответственно, эта проблема становится актуальной. То бишь мы можем использовать вот эти вот установки из прошлого, с одной стороны, с другой стороны, нам нужны механизмы, активно работающие, которые в любой ситуации готовы нас спасти, готовы сбалансировать на клеточном уровне работу. И пентакан является той самой формулой. Пентакан является тем самым помощником, обогатителем, который на повседневном уровне нам помогает. Наряду с правильным питанием, вот, с правильным отношением, бережливым к себе, к своей жизни. Поэтому пентаган – ключ к здоровью и молодости клеток. Почему я делаю так вот осознанно галопом по Европам? Ну, во-первых, потому что я уже рассказывал про пентаган не раз, и у вас есть замечательные слайды, вы можете эти слайды скачать либо из этой презентации, либо я вам сейчас дам замечательную ссылку, и люди, грамотные дистрибьюторы, которые понимают, что наличие всех материалов оперативных – это очень важно. Они знают о существовании диска, Google диска, который я специально создал для того, чтобы делиться с вами всей информацией по нашим запускам. Вот возьмите сейчас эту ссылочку, все скопируйте и прямо сейчас откройте. Вы увидите всевозможные слайды по пентакану. Во-первых, слайды с презентацией подхомутниковых на мероприятий на форуме. Они у нас прекрасные, пользуйтесь на здоровье. Во-вторых, текст. Текст, на основе которого и была презентация подготовлена. 10 страниц забористого текста. Почитайте, лишним не будет. Особенно для тех, кто планирует праздники продукта. Там очень все здорово описано. 10 страничек. Это для домашних заданий. Во-вторых, баннера, которые вы можете по своим соцсетям разобрать всевозможных размеров, начиная от Full HD 1920
на 1080, заканчивая более мелкими форматами. То есть вам уже с картинками никакой эквилибристики не нужно делать. Взяли, разместили, написали, анонсировали запуск продукта 15 июля, и все у вас готово. Но и этого, я думаю, что недостаточно и беспрецедентно. Сегодня я вам делаю благодаря нашим доблестным работникам видеокоманды. Все вместе скажем спасибо большое Антону Родионову за этот подгон. Потому что сейчас, друзья, я вам отправляю, вам, эксклюзивно вам, отправляю ссылку с записью презентации подхомутниковых с форума. У нас не было никогда такой оперативности. Мы к ней приходим. Вообще, ссылку скинул, кстати. Ссылка есть. Так что, только ради бога не спрашивайте, где, как ссылка. Вы все грамотные ребята. Копируйте вот прямо сейчас. Пока можете отвлечься, копируйте. Ну, посмотрите сразу после вебинара. Потому что вебинар, я вам продолжу сейчас рассказывать массу информации интересной, которую не успел ввиду там динамичности формата рассказать на форуме во время презентации. Так что и видеозапись теперь у вас есть. Попробуйте только с вот этим количеством материалов не сделать лучший запуск продукта за всю историю компании. Мне кажется, все у вас есть для того, чтобы это сделать, потому что, ну, мы, как вы говорите, устали, да, действительно есть такой момент, потому что, ну, огромное количество сил вложено, вот, а отдохнуть даже не было времени. Почему? Потому что вот на форуме, на этом сквозным мнением, ощущением было какое-то чувствование перемен, чувствование новых возможностей, нового какого-то совершенно иного качества вдохновения. Вот оно ко всем приходит, к нам, ко мне в частности, я прямо его чувствую и понимаю, что помимо новинок, которых гигантское количество, безусловно, это очень изматывающая работа, потому что нагрузка на каждый из продуктов, она очень высокая, вы знаете уровень качества наш, с одной стороны, а с другой стороны, мы понимаем, что надо угнаться им с точки зрения маркетинга, и мы сейчас собираемся особое внимание уделить им маркетингу. Я вам еще не говорил о том, что получил уже порядка 400 гигабайт видеоматериалов от нашей японской стороны, от наших Окинава Санго. Огромное количество видеоматериалов, из которых мы будем делать новый ролик по Coral Mine, долгожданный. Кстати, Coral Mine мы еще вернемся, потому что там не только новый ролик. Ну, давайте, кстати, по ходу пьесы, почему бы и нет. Может быть, кто-то уже видел, а может и нет. Но у нас новый дизайн Coral Mine намечается. Вы его можете лицезреть сейчас на своем экране. Мне он дико нравится, ну, всем нам здесь. Мне кажется, мы освежили, осовременили наш Coral Mine, поэтому не удивляйтесь, в течение года, сейчас у американцев уже этот новый дизайн. А так, в принципе, прошу любить и жаловать, это новый дизайн нашего главного продукта. Вообще, по количеству и качеству запусков, беспрецедентный форум, чего уж там. Соответственно, с Пентаганом, я думаю, закончили. Очень важно соблюдать эту структуру, чтобы вы ее запомнили. Немножко про стресс, окислительный стресс, эволюционное несоответствие, взаимодействие калия-натрия, натрий-калиевый насос. И после этого уже переходим, собственно, к продукту. Предпосылки, появление продукта, действие продукта, чем он уникален. А уникален он вот этой вот триединством этим, да? Про это рассказали, кому рекомендован, как и с чем его едят. Вот и вся презентация, плюс-минус. Ссылку на слайды я вам дал, поэтому посмотрим на ваш командный дух. Вы можете копировать мою ссылку. Там есть одна папочка, называется Slides. Не пропустите. Папка Slides, папка Text, они отдельно. Там же появится и PowerPoint презентация. Так что возьмите, заберите себе эту ссылку в избранное. Ну и вообще, те, кто из вас, кто еще не подписался на мою публичную страницу Сергея Семенченко, подписывайтесь, потому что там, ну как минимум, если вы хотите увидеть новый ролик, который у нас просто шикарный, гениальный получился для
бьюти-шейков, вы можете увидеть намек на этот ролик в моей кавер, в моей, как это правильно назвать-то, кавер, как обложка, обложка страницы. Вот можете зайти и увидеть в обложке уже страницы, уже вот красивые кадры с ролика грядущего по бьюти-шейку, который тоже в ближайшее время вы. Ну, вы видите, какие обороты мы взяли. Мы сами от себя немножко удивляемся. Вот, ну, я надеюсь, что вы также почувствуете этот энергию и запал, и будете с таким же энтузиазмом своей частью заниматься. Заниматься есть чем, и сейчас мы переходим к презентации, которую замечательно провела Ольга Алексеевна, но она, Ольга Алексеевна Бутакова, она говорила в целом про методологию, методологию формирования решений на целый год, и у нас даже IT-решение наше выходит 365 дней здоровья, о нем Володя вам еще расскажет подробнее, я уверен, он рассказывал об этом на форуме. А сегодня я хотел бы сконцентрироваться на продукт, в первую очередь целевая программа «Здоровый кишечник». Мы много говорили, коробочное решение выходит в сентябре. В сентябре это будет сквозной такой запуск большой. Это недооценить вот тектонический вообще сдвиг, который произойдет благодаря этому запуску, нельзя. Почему? Потому что, ну да, тут дело даже не в этой коробке, потому что, ну, во-первых, эту коробку, вот, сочетание этих продуктов уже несколько сотен человек прошло, и мы собрали результаты, и они просто потрясающие, поэтому я абсолютно уверен в этом продукте. Фишка здесь вся в новом формате, новом подходе, который сейчас опирается на блистерный формат. Вы сейчас можете видеть те блистеры, которые войдут в программу «Здоровый кишечник», то бишь 18 продуктов, да, в рамках одной программы. Такого нет нигде и ни у кого. И это чудовищно тяжело технически реализуемо, поэтому мы в течение года, больше года, готовили чисто технически. Эрик тоже сказал в своем выступлении, когда он говорил о том, что давайте сделаем Coral Club брендом, который будет ассоциироваться с ЗОЖ, так же, как Apple сегодня ассоциируется с классными решениями в компьютерах, смартфонах и так далее, в дизайне для людей. Вот. И я думаю, что у нас есть все возможности, и у нас в первую очередь есть человеческий опыт, на котором и будут основываться все эти решения. Я думаю, коробочная история с целевой программой, она будет у нас первая, она и будет последняя, потому что к тому моменту, когда мы там через год, через полтора, мы придем к тому, что большая часть наших продуктов будет готова в формате, в том числе в формате блистеров. И на основе этих блистеров, используя ваши знания, используя наш супер алгоритм, который будет называться, который называется Product Master, работу над которым мы уже начали, этот алгоритм будет работать на формате машинного обучения. Может быть, вы слышали про нейросети что-то. Этот элемент будет тоже задействован на основе той информации по результатам всевозможных сочетаний продуктов, которые мы в том числе от вас будем получать, наш алгоритм будет составлять программы, рекомендации, состоящие из этих вот кирпичиков, из блистеров. Это будет реализовано в личном кабинете, это будет реализовано в
о специальном приложении, благодаря которому вы сможете персонализированно вашему человеку предложить решение. Вы можете предложить ему на месяц, на два и на весь год, который будет состоять из отдельно взятых коробочек, которые будет человек получать в красивом формате ежемесячно. И ни одна компания на сегодняшний день не может предложить такие варианты, такой уровень сервиса. Но мы даже не об этом думаем, мы думаем о будущем, когда в каждом офисе, и даже не в офисе, мы не будем привязываться к офисам, не обязательно этого делать, люди будут отправлять свои заявки на свои персонализированные программы и получать их уже готовыми в паучах, в пакетиках, как для коловады. Утро, вечер, день. Утро, день, вечер, все. И они не заморачиваются тем, какие капсулы, когда им принимать. Они просто знают, что лучшие продукты и, самое главное, концептуальные решения, основанные на большом количестве опыта. Потому что опыт решает. Опыт применения продуктов – это самое ценное, что есть у нас с вами. И мы это собираемся использовать на благо каждого из вас. Поэтому вы видите, какие перспективы, и вот что, от чего нам сносит крышу по-хорошему, и вот куда мы стремимся, и мы видим возможности для реализации. Конечно же, технических нюансов очень много, но только у компании Coral Club есть возможности, есть техническая база, есть научная база для реализации этих решений. И именно поэтому та презентация, которую Ольга Алексеевна представила на мероприятии нашем прошедшем, замечательном, его нельзя недооценивать и сложно переоценить, потому что, ну, это новая веха. Новая веха в индустрии. Я уже молчу про историю компании Coral Club. Надеюсь, я до вас хоть вот как-то донес, чтобы вы поняли. Конечно, вы когда это увидите в живом таком виде, для вас будет понятнее. Но скажу так, в течение года это будет разворачиваться, система будет разворачиваться. Пока что наша задача — это освоить новый формат представления продуктов в виде блистеров. Это не конечный формат, да, он, возможно, промежуточный, но он очень удобный. То есть один блистер может стоить там, ну сколько, я буду говорить в рублях, там 150-200 рублей. Доступ к большому количеству продуктов, он будет, безусловно, намного больше, чем сегодня, чем с банка. Продолжим к отдельным продуктовым решениям, потому что они того, безусловно, стоят. Долгожданный, может быть, проще с одной стороны, с другой стороны, задача была-то непростая — в одну капсулу положить как рыбий жир в первую очередь, да, ДГК, докозахексаенная кислота нас интересовала для кормоочистительного развития плода, так и вот спектр витаминов и минералов, который нам, безусловно, необходим. Но сейчас совершенно слегонца затрону этот продукт. Он у нас, кстати, в июле стартует в Европе. Давайте посмотрим про старт продаж. Июль — это Европа и Украина, то бишь это Пентакан, и потом уже сразу у нас идет Принатал плюс. Представляете, да, какой мы взяли темп? Ну, я надеюсь, вы к нему готовы. И Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения — это октябрь. Это не то, что мы так сильно хотим, это регистрационные дела, то бишь по регистрации, где можем раньше, где можем чуть попозже, все зависит. И то это по общим меркам, это очень быстро, потому что в каждой стране нужно получить свой сертификат, в каждой стране проверить продукт, экспертиза, это все очень долго, особенно в России очень и очень жесткие правила, поэтому у нас все это официально. И когда вы наш продукт потребляете, вы можете полностью быть уверенными в том, что наш продукт прошел все мыслимые и немыслимые проверки. Вот как раз-таки продукты Сайхерба, по ним сказать такого я не могу.
Следующий наш продукт, конечно, продукт ожидаемый всеми, это новая клетчатка High Fiber. Продукт удался на славу. Мне кажется, это один из самых удачных Daily Delicious продуктов. Это линейка Daily Delicious, конечно, а это значит, что он будет вкусным и не надоест. И он, вся вкусовая часть основана исключительно на натуральных компонентах. Вот что это значит. Сбалансированный источник пищевых волокон с ярким ягодно-фруктовым вкусом. Вот наши чемпионы по смартфуду, лидеры в товарооборот которых по Daily Delicious больше всего в сети, вот они смогли прямо на сцене продегустировать этот новый продукт, и всем он дико понравился по обратной связи, и все они получат определенное количество упаковок от меня этого продукта, чтобы попробовать дать своим даунлайнам, пожалуйста, и предвосхитить появление, а появится он в сентябре, и запуск у нас будет сквозным, Европа вся, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Армения, сентябрь. В сентябре, напомню, уже у нас и запуск целевой программы, так что сентябрь тоже будет жарким, так что времени-то особо отдыхать у вас нету, друзья. Вот, готовьтесь, заряжайтесь, пробуйте Пентакан, он вам сейчас пригодится, и мне пригодится. Вот, со всем этим ворохом продуктов. Но это еще не все. Если говорить про High Fiber, все-таки еще пару слов, конечно же, нужно сказать. Здесь не только классический для подобного рода продуктов наличие растворимой и нерастворимой клетчатки. Это яблочная клетчатка, пектин, это глюкоманан, это рисовые отруби, которые вот мягкой щеточкой для кишечника являются. Но это еще и, например, глютамин, аминокислота, которая в данном случае используется для профилактики синдрома раздраженного кишечника. Это алоэ вера, нами любимый, который мы, безусловно, не могли не добавить данный продукт. Но еще и вкусовая часть, посмотрите на ее вот обилие, во-первых, это и асай, суперфрукт нам знакомый, это и концентрированный порошок сливы, это и ананас, да, фермента содержащий, это и черника, и вот все это создает невероятно такой освежающий оттенок, тропический, экзотический, но при этом без вот этого химического послевкусия, которым обладают все наши конкуренты продукты. А про цену. Давайте сделаем так. Цену на все продукты, которые я сегодня анонсировал, я вам объявлю, расскажу о ней на своей странице в Фейсбуке в ближайшее время. Так что следите за новостями. Цена вас обрадует, я вас сразу скажу. Существенно дешевле, чем ProFiber. И в одной порции у нас целых 30... В одной банке 30 порций по 9 грамм каждая. Пьется с водой, разбавляется. Я люблю с водой похолоднее. 270 грамм баночка. Вот такая вот приятная, красивая баночка. Они уже готовы, произведены. Мы сейчас начинаем их дистрибуцию. Это еще не все. Цена огонь. Евгений, знаешь, знает больше, чем другие. Цена огонь вот этого продукта Tasty Bee. Помните, я вам рассказывал про линейку бюджетных продуктов и спрашивал вашего мнения. Насколько вам, в принципе, будет интересна эта история? Вы ответили унисон, что о, да, очень интересно. В общем-то, во многом благодаря вам и появился этот продукт. Давайте попробуем. Комплекс витаминов группы В в жевательной форме со вкусом лайма. Европа и Украина прям достаточно скоро попробуют его. Во-первых, вы обрадуетесь цене. Цену вы тоже скоро узнаете. Вкусовая часть, безусловно, натуральная, никакого сахара. Ну и необходимое количество витаминов В. Вот, дневная доза содержится в этой таблеточке. Такая она пузатенькая. Я думаю, что этот продукт также своего почитателя найдет, и мы будем ее вместе с вами
развивать, то бишь в таком же формате появится ряд продуктов моно, возможно, минералов, ну, в такой вот, в такой форме будем ее развивать, если, опять же, вам наш эксперимент понравится. Когда мы запускаемся? Август месяц, Европа, Украина. Не спим в августе, у нас еще есть повод порадоваться очередному запуску Европы, Украина. И в России, Казахстане, Беларуси, Армении это октябрь месяц. К этому моменту у нас будет продукт полностью зарегистрирован. Продукт у нас производится в Германии. Это разные производители, но так получилось, что у нас сейчас, я уже, в принципе, предвещал это, такую немецкость в последней нашей линейке, но многие продукты мы делаем с нашими немецкими коллегами, это и Prenatal, плюс это Аянда и Хайфайбер, Анона уже полюбившиеся всем. Так что в этом случае размещаться у того или иного производителя, это может быть Португалия, это может быть Италия, это может быть Испания, это может быть Франция, много других разных стран. Но зачастую мы все-таки заканчиваем тем, что Германия именно дает нам уровень качества и ингредиентной базы, и производства, на котором мы останавливаемся. Все для вас. Из новинок, ну, конечно же, это не все. Хотя мне кажется, что это too much, надо хотя бы это освоить. Вот на месте дистрибьюторов надо как-то остановиться и освоить все вот это вот. В будущем году, я надеюсь, что такое мы будем все-таки осваивать все, что у нас есть. У нас будут клинические испытания, у нас будут новые ролики по нашим главным продуктам. И мы как-то переосмыслим продвижение H500, Кронмайна, Калавады, с Альбертом Зером мы хотим сделать видео, и с Робертом видео, и с рядом других продуктов. Так что у вас будут дополнительные какие-то маркетологические инструменты. Мне кажется, что в дальнейшем именно этому нужно уделить внимание. Но сейчас вот весь тот ряд продуктов, которые мы еще на прошлом форуме анонсировали, сейчас мы свои обязательства, свои обещания просто исполняем. Я надеюсь, вы это цените. По запускам продуктов, наверное, все. Вижу вопрос по манго-апельсину. Я не могу пока по сроку сказать, формула отработана. Я более того скажу, следите за нашими эфирами, следите за страницей в Фейсбуке, публичной моей странице. Да, на, можно ссылку разместить, у кого нет. Я собираюсь разыгрывать энное количество хайфайберов и манго-апельсин. У меня есть эти продукты, и я с ними с удовольствием с вами поделюсь в рамках викторины, конкурсов, так что надеюсь на ваше активное участие. Ну, пару слов про косметику. Хотя, конечно, форумы создаются для того, чтобы вы смогли погрузиться. Я надеюсь, для тех, кто был на форуме, они оценили наш подход творческий к презентации, к представлению косметической линейки Privilege, которая уже совершенно точно появится. Мы будем делать все мыслимое и немыслимое, чтобы успеть все-таки к Новому году, если у нас получится, к Рождеству, чтобы у вас был такой подарок, но это даже не единственный косметический запуск. Все то, что я вам обещал ранее, все мы реализуем, и у нас появится middle low cost, то есть наш появится наш конкурент. Убийца не убийца, посмотрим, но наша версия натуры Сибирики, мы ее назвали Oda Naturals, мне очень нравится это название, наша Ода природе. Вот, и мы начинаем с рынков ТС, с этим брендом, то есть Privilege это будет сквозной бренд, премиум линейка, основанная на экстракте кофе. Выращивается на определенных склонах, именно на определенных вулканических склонах, потому что, наверное, вам известно, что вулканическая почва, она очень богата минералами, и
всевозможными фитонутриентами. В принципе, вот та самая деминерализация почвы, о которой мы говорили, мы как раз-таки, зная это, искали те компоненты, которые могли бы быть вот ключевыми в косметике в том числе. И у нас есть такие компоненты, кстати, не только в Privilege, это является кофе, экстракт кофе Кона, который, ну, чудеса творит, не побоюсь этого слова. И вскоре вам предстоит, женщины, любимые, предстоит убедиться в антиэйджинговом эффекте данных линейки. Но и в Oda Naturals, Oda Природа, там ключевой компонент такой присутствует. Там у нас гриб, фузариум с амбуцином и с мощной коллагеназной активностью, со спектром всевозможных витаминов, минералов. Но об этом я, конечно, буду рассказывать позже. Скажу лишь одно, что крема для рук в трех вариантах, крем для пяточек и, возможно, линейка гелей для душа и, возможно, даже шампуни, постараемся, это все до Нового года выйдет. То бишь, даже вот то, что мы поименно не анонсировали на форуме, вот это вас ждет. Ждут и другие продукты, о которых мы вообще никогда не говорили, я даже не намекал о них. Так что работы нам хватает. Ну, я надеюсь, что это вас всех вдохновляет. Не просто на уровне вау-вау, а действительно работать с этими продуктами, вписывать их в свои программы, в свои концепции, потому что они, как конструктор Лего, очень подходят. Тот же High Fiber, это, конечно же, замечательное дополнение к Coral Detox, замечательное дополнение к новому нашему набору здоровый Healthy Start Pack, да, здоровый старт от Академии Здоровья, прекрасно дополняет. На выходе из Коловады замечательная штука. Ну, то бишь, она очень, очень легко соединяется с разными программами, программами похудения, программами нормализации пищеварения, ну и так далее, и так далее. Соответственно, наверное, в первую очередь об этом я вам хотел рассказать. Дать вам все инструменты, весь инструментарий по пентакану, так что вы сейчас вооружены до зубов. И пожелать вам удачи, удачного сезона, который у нас сейчас начинается. Приходят совершенно новые времена для компании. И я надеюсь, что вы так же вдохновлены, как и мы. Спасибо за вашу энергию. Ну и буквально давайте 3 минуты на вопросы. C7 пока что остается, а дальше уже будем смотреть по динамике продаж. Можно ли назначать пентакан при повышенных показателях калия в сыворотке крови? Нина Николаевна, хороший вопрос. Дело в том, что в сыворотке содержится порядка 2% от общего калия в организме. Основная часть, как я уже говорил, это внутриклеточный калий. Поэтому, как правило, можно, но здесь важно понимать, какое состояние у человека. Если у человека есть какая-то болезнь конкретная, то он должен, конечно же, координировать вот этот процесс приема калия с лечащим врачом. Да, нужно понимать, каким образом он сочетается с диуретиками, с теми лекарствами, которые человек принимает, и так далее. Слишком много в данном случае факторов существует, которые нужно иметь в виду. Когда будет пилинг? По вопросам, когда, мне сложно говорить, это все-таки логистика и продажи, да, но надо уточнить и записать вопрос, Дана, зафиксируй. И нужно будет вот в данном случае Наталье ответить. Ссылка на мой ФБ, вот Дана опережает и дала. Пробники супов будут, ну, такая в планах есть. Спасибо. Спасибо вам, Анита. Галина Петровна, спасибо. Продолжается форум. Ну, давайте уже перейдем от форума к реализации нашей мечты. А мечта у нас простая, чтобы все здоровыми были.
Ну, началось коллоидное золото, сейчас давайте еще и наборы трав вспомним, и все, и сразу опять отправите меня в нокаут. Друзья, мы делаем все возможное, чтобы ваши любимые продукты оставались в наличии, но есть реалии сертификационные, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вы просто знаете, что если есть возможность зарегистрировать его в какой-то стране, продукт, мы это делаем и будем продолжать этим заниматься. Спасибо большое, друзья. Спасибо вам. Увидимся с вами в следующем месяце. Я вам буду уже более подробно рассказывать про наши новинки и про какие-то анонсы, рассказывать про то, о чем вы еще не слышали ни разу от меня. Там тоже очень интересные штуки намечаются. Вам желаю прям вот зажечь с пентаканом, потому что продукт того достоин. Сами пользуйтесь, пробуйте, вставляйте его в свои программы, самые базовые. Получайте удовольствие от жизни, самое главное. Потому что наши продукты, они созданы для ваших результатов. В них весь смысл заключается. Спасибо вам большое за внимание. Сегодня у нас много человек присутствовало. Я думаю, что все на таком вот подъеме после форума. На таком же, как и я. Пусть моя усталость вас не смущает. Поэтому увидимся с вами через месяц. Я вас люблю. С вами был Сергей Семенченко. Счастливо!